1 200 000 лет пещере. То есть происхождение пещеры полностью естественное. Пещера получила название в честь деревни, которая здесь когда-то находилась. Она имела двоякое название Талда и Тавда. Поэтому в некоторых источниках можно видеть Тавденские пещеры и Талдинские пещеры. Запомните, это одно и то же место. Расположены большие Тавденские пещеры 240 метров. Мы же с вами пройдем один по основной деревне, что составляет 140 метров. И для прохождения маршрута есть три главных правила. Первое. Громко не разговариваем, меня не перебиваем. Второе. Мы не ссорим, переходим, уходим, ссываемся, как не на пике. И третье, самое главное правило, от группы не отстаем. Так, по нашей статистике, 13% туристов все же теряются. И будет в пещере днями, неделями и даже месяцами. И давайте мы с вами для избежания потерь назначим замыкающего. Это должен быть мужчина, молодой человек, к которому я буду ориентироваться. Есть у нас желающие мне помочь? Да, мы снимаем. Снимаем на камеру. Давайте мы будем крайние. Я буду крайней. Не надо. Камера, да. Давайте, я крайняя буду. Нет, мужчина, ты полезла.